и не дали мне покой. Как тебе добраться до сокровища? Юноше вдруг все стало ясно. Старуха-цыганка ничего с него не взяла. Так что Столыпа, это, наверное, ее муж, тоже цыган, специально ей подослан, чтобы наплести стрекороба и выманить денег побольше. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку. Русские люди, да. То, что вот я им вчера рассказывал, там, на Горальном, в Боре мы ездили на этом Дьюти Фри с этим чуваком, мужем хозяйки фортепиано. Он в Германии, ну, вообще гоняет по ходу тачки под продажу. Вот мы ехали на Toyota Prius, которая гибридная, эти гали, да? Вам не пидор. Хорошо все с тобой, Таня? Все нормально, наверное. Хорошо? Ты ударилась чем? Да носом чуть-чуть. Только не дерись. Да ничего я не буду с ним делать. Bye.
Блять, ну вы чего? Твою мать, блядь! Ребята, авария на Катю. Все, встаем, встаем. После моста сразу же у кого есть возможность через парк выезжайте по пьяной дороге. Хотят подать то же блюдо. Ди Каприо, вот ты вспомнил «Авиатора», опять же будет что-то в этом роде. Ди Каприо будет играть человека психологически неустойчивого. Может, лучше комедию или что-нибудь другое? Это самое, ну, во-первых, «Волк с Уолл-стрит», да, 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 фильм весьма забавный, да.